У меня сегодня моделирование платья с небольшими особенностями, а может даже большими, на фигуру с большой грудью. В общем, я вот обвела тоненькими линиями, не знаю, как будет, плохо видно, наверное, основу. Вот у меня основа переда и спинки. Я буду вносить линии, поэтому тоненькими линиями обведены. Вот плечевая выточка здесь, пройма, это спинка у нас. Выточка на талии, средний шов или сгиб. Полочка. У нас нагрудная выточка. Это большой 56 размер, поэтому, соответственно, большой раствор выточки. Вот. Там по сгибу у нас, вот это у нас будет сгиб. Не по сгибу, а по краю бумаги. Вот. И талевая выточка у нас. И теперь, вот видите, тут я нарисовала как бы две проймы. Так как у меня разница между длиной до талии на спинке и длиной до талии на полочке, это я снимала мерки, большая. Вот, поэтому я подняла вот в этом выше проймы, вот здесь я подняла вверх и подняла, вот видно, на 5 сантиметров. Вот, вот это расстояние должна была как бы здесь, но вот я подняла на 5 сантиметров, потому что будет коротковат вперед. Ну и, соответственно, у меня теперь увеличилась пройма. Такая не должна быть. Вот она какая. Сюда, сюда, сюда. Значит, я ее укорочу за счет построения выточки. Я построю выточку. Потом я здесь переведу ее на талию. Здесь у меня будет... Ой, я хоть не показывала, да? Значит, вот пройму я укорочу. За счет выточки построю выточку. Переведу ее на линию талии. Здесь у меня будут подрезы, но это уже в процессе моделирования. Я немного вот как бы наброски делаю, говорю, вот, чтобы потом понятно было. Сейчас я закреплю камеру и буду заниматься моделированием. Кому интересно, оставайтесь. Надо постараться следить за тем, чтобы быть в кадре. Значит, вот. Видно, да? Сзади у нас сделаем выемку. Вот по линии талии я отложу 2 сантиметра. И оформлю выемку. Вначале здесь идет прямой угол, затем так, и потом в обратную сторону я вложу линейку. Вот, и здесь уже подрисовываю, а к низу уже там на раскрешение. Как ляжет. По бедрам у меня 1,5 сантиметра. Бедра 18 отложила от талии. Вот. Вот это получается такой у нас средний шов на платье. Выточку я не буду учитывать по талии, поэтому она остается такой. Так, теперь перехожу к полочке. Значит, здесь у нас, вот я отметила, это должна быть центр груди. И к этому центру груди я удлиняю стороны выточки. Мне уже приходилось шить когда-то давно
на фигуру с большой грудью. Вот. И я строила две выточки. Тогда не было заломов и хорошо лежало платье. Значит, вот у нас вот здесь пройма должна остаться, чтобы эта линия бока и это были одинаковыми. Теперь я построю выточку. Ну, где-то вот так. На расстоянии скольких сантиметров от этой выточки? Ну, сантиметров 8. Вот проведу вниз линию. Это у нас упор выточки. И так, я измеряла. 4 сантиметра у меня стало, на 4 сантиметра больше стала пройма. Я измерила, какая должна быть и какая она стала. 4 сантиметра. Вот. Я отложила. Вот настолько она станет у меня меньше. Теперь вниз строим. У нас еще и слегка бедра уже, чем. Так, это тут 2. Значит, центр у нас идет вот. Миллиметровка с той стороны нанесены линии. Поэтому здесь плохо видно. Будем здесь. Четыре сантиметра отложим. Здесь я отложу по 2 в обе стороны, а здесь я отложу по 1,5. Так, по 1,5 это 3. Значит, вот здесь я рисую. Вот так. Увеличиваю. И к низу как ляжет. Вот так. Нарисовала. Это будет так у нас. Теперь это я тут закрою, а здесь раскроется у нас выточка. Теперь по линии бедер. У нас мерка 58 плюс 2 это 60. Так, здесь у меня 28. И здесь я общий объем, пусть полуобъем 60. Вот. И здесь 60. Значит, под прямым углом здесь вот это у нас будет идти линия бедер. Так. Вот так. И к низу я чуть-чуть слегка зауживаю. Оно будет смотреться аккуратней. Значит, сколько здесь? 26,5. Так, 26,5. Тут измеряю 36. Так. Нет, сделаем больше немножечко. Вот сюда.
какая-то лытань. О. Вот. И к низу зауживаем. Так, платье полуприлегающее. Поэтому так будет. От руки я рисую. И теперь я буду делать подрез как мне лучше сделать, может, здесь в виде кармана так вот. Мы не обговорим. Нет, я лучше по линии талии оставлю так. Вот так. И теперь разрезаем. Так, разрезаю там, где ниточка должна быть. Даже чуть-чуть больше. Вот так немного. Так. Сколько у меня получится? Может, даже и больше. Вот так. Чтобы мне здесь подойти было. Вот тут оформить шов. Вот. Теперь красным обведу. Обрезаю здесь низ юбки. Отрезаю здесь.
и складываю. Так. Прикалываем. Здесь закрыла я это выточку. До самого низа будет целая у нас юбка. Так. Где мои ножницы? А, вот они. Так, что-то тут я отрезала, это не отрезается. Во. Здесь, значит, вырезаю. У нас будут здесь две детали. Здесь проверим длину выточки. 35,5 и 35,5. Да, господи, не хочет. Сейчас прикрою и посмотрю на линию плеча, проведу новую. Так, здесь круглим. Вот будем на примерке определять. Так. Ну вот у нас будет боковушка переда. И вот такой целый перед был. Вот, потом мы здесь зашьем рельеф выточки и потом шов. Вот. Так.
еще проверю длины эти. Здесь я отрезала, была, сейчас я добавлю 1 сантиметр. Вот то, что я была тут резанула не туда. Так, и тут слегка вот так скруглим. Вот здесь осталось, а здесь нету. Вот мы добавим. Бывают такие моменты. Как говорил мой муж, 100 раз отмеряй, не 7, а 100, а потом режь. А у меня вот. Вдруг на ткани я забуду прибавить. Вот такая боковушка. И спинку буду вырезать. Ну вот в итоге такое мы имеем. Спинка у нас простая, без всего, только плечевая выточка. Обычно, когда большая грудь, спина более округлая, поэтому надо обязательно выточку делать. Вот. И здесь у нас, я еще раз повторюсь, большая грудь. Поэтому обычно под грудью вот здесь очень много пустоты. И чтобы более-менее приталить, в одну выточку невозможно это забрать. Если в бок, то будут заломы вот здесь. Ну вот будет вторая выточка. По линии бедер получилось вот линию бедер. Тут у нас видно или нет? А, нет, поднимаю. По линии бедер у нас получилось на 3 сантиметра больше, чем мерка, полуокружность. Вот, если будет лишнее, я уберу. Линия бедер получилась более-менее плавной. Вот. За счет того, что вот выемку на спинке вот здесь сделала. Вот, потому что линия, окружность груди у нас больше, чем окружность бедер. И потом тоже вот лишнее по бедрам. Поэтому вот я убрала здесь, заложила вот впереди вот эту складочку, подрез сделала и тут заложила складочку. Вверх оставила. Получается здесь на размер или на 2 даже больше, чем бедра. Вот поэтому мне надо было низ уменьшить за счет среднего шва и за счет вот это как бы складочки я туда убрала. И вот так вышла я из положения. Посмотрим, как будет. Буду кроить. Ну вот я буду раскраивать платье в клетку. Здесь я оставила большой вот припуск, потому что здесь сзади у меня будет шлица. Значит, клетку здесь надо соединить. Вот линия бедер у нас, что на полочке, что на спинке. Вот они должны быть на одной линии, чтобы по боку вся клетка соединилась. Здесь, естественно, не соединится, потому что здесь под углом. Но здесь я вот тоже эти точки контрольные, чтобы вот это до этого соединялось, дальше уже будет
без соединения клетки. Но при таких фасонных линиях всю клетку нельзя соединить. Ну и что еще? Значит, у меня здесь не вся длина платья. Самое главное не забыть от талии отложить и на спинке, и на полочке по 70 сантиметров вниз. Там у меня еще остаток на рукав длинный. Ну вот, буду делать припуски и выкраивать. Раскроила. Вот три детали. Спинка целая и полочка с подкройным бочком. Вот так вышло. Буду сметывать и готовить к примерке.